В рамках профилактического проекта «Предотврати болезнь, выбери жизнь», который реализуется Брестским областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья с августа 2018 года, 14 и 15 марта в Пружанской центральной районной больнице вели прием областные специалисты онкологического, эндокринологического и дерматовенерологического диспансеров. Были проведены консультативно-диагностические и информационно-образовательные мероприятия, посещаемость которых достаточно высокая. Бригады специалистов в течение 7 месяцев побывали в Лунинецком, Драгичинском, Ивановском, Ляховичском, Ганцевичском и Вацевичском районах, где провели комплексное обследование более 4000 пациентов. Целью проекта «Предотврати болезнь, выбери жизнь» является ранняя диагностика онкологических заболеваний, своевременное начало лечения, повышение информированности населения в вопросах профилактики, а также внедрение опыта комплексных осмотров в каждое учреждение здравоохранения. С 2018 года на территории Брестской области реализуется профилактический проект «Предотврати болезнь, выбери жизнь». Это 7-й проект, реализуемый на территории области, направленный на профилактику неинфекционных заболеваний, на раннюю диагностику, выявление патологии, если говорить о данном проекте, то онкологической патологии. Этот проект очень значим, так как в структуре заболеваемости и смертности населения республики в целом и Брестской области, в том числе и в Пружанском районе, на первое место стоят болезни системы кровообращения, второе место занимает онкопатология. Поэтому уже вот 7-я административная территория, это Пружанский район, на который выезжает мультидисциплинарная команда врачей. В первую очередь это врачи-хирурги-онкологи, врачи-эндокринологи, врачи-узисты. Лабораторная диагностика представлена в широком объеме. Для того, чтобы своевременно на ранней стадии выявить онкологические заболевания. Все мы знаем, что 90% этих заболеваний, выявленных на первой-второй стадии, подлежат радикальному излечению. То есть люди после получения лечения либо хирургических операций становятся практически здоровыми. Конечно же, выявление в третьей-четвертой стадии – это ведет к тяжелым последствиям, к инвалидизации, а также к смертности. Результат очевиден. За прошедшее время более 4500 человек получили консультации врачей различных профилей. Выявлено 96%, у 96% раковые заболевания на ранней стадии. Они прошли люди уже оперативное вмешательство. 133 человека – это доброкачественные заболевания. Все или они получили лечение, либо находятся под диспансерным наблюдением. Этот проект очень важен и нужен. Все мы видим, сколько населения уже посетило Пружанскую центральную районную больницу. Это около 300 на данный момент. Завтра выезд мультидисциплинарной команды «Бружаны», где также отобрано население группы риска, а также приглашается все население для проведения консультативно-диагностических мероприятий. Следующий район, куда мы поедем, это Малорицкий район и так далее. С охватом всех 16 административных территорий области. Начинаем мы, конечно, с тех территорий, которые отдалены от специализированных лечебных учреждений. Все отдаленные Ганцевич и Ляхович территории и Лунинец мы уже проехали. Вот теперь мы работаем в Пружанах. Увеличиваем.